В эфире новости на Шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Счет за отопление довел до суда. Жители дома по улице Мира пытаются в суде доказать, что 13-е квитанции за тепло «Энергосбыт Плюс» им выставил незаконно. Людям сделали перерасчет, учитывая показания общедомового прибора учета. В итоге в квитанциях суммы оказались в два раза больше ежемесячного платежа. Но, по словам людей, весь год они платили по нормативу, поскольку теплосчетчик в доме несколько лет не работал. Тему продолжит Валентина Мартынова. Никаких корректировок ни по отоплению, ни по горячему водоснабжению не было. Стопка квитанций в руках и полное недоумение. За несколько лет, говорят жильцы этого дома, они никогда не получали 13-й квитанций за отопление. Всегда платили по нормативу и вовремя. Но в мае 2017-го люди испытали шок. «Энергосбыт Плюс» выставил им счет за тепло в тройном размере. И у меня вот трехкомнатная квартира, мне 5052 рубля, что ли, начислили. За что, непонятно. Весь год я регулярно платила и оплачивала все квитанции. Никаких задолженностей у меня не было. Откуда взялись такие суммы? В «Энергосбыте Плюс» жителям объяснили. В квитках корректировка за 2016 год. Мол, специалисты сняли показания теплосчетчика и сделали перерасчет. Вот только жители недоумевают. Счетчик на тепло в доме действительно установили в 2013 году. Но он не проработал и двух месяцев и был сломан несколько лет. У нас произошла авария в подъезде, лопнула труба, и у нас залило полностью все вот эти приборы учета, все, они пришли в негодность. Никто их не ремонтировал. Вот. Мало того, межповерочные интервалы были нарушены, то есть они не проходили. Поэтому какие могут быть показания? Люди обратились в жилинспекцию. Там провели проверку и признали корректировку платы за отопление незаконной. «Энергосбыт Плюс» велели устранить нарушения. Но ресурсоснабжающая организация не торопилась это делать. Жителям постоянно напоминают о долге. Причем это предупреждение, они там пишут, в пятидневный срок оплатить. Вот. Но на самом деле это Фелькина грамота. Потому что там даже срока не стоит. Когда? Может, я вообще даже не получила вот эту квитанцию. То есть это сразу понятно, что на психику людям действует. Присылают смс-ки, что вы должник, вы должны оплатить. Террор. И мы даже их прозвали как это, коллекторы. Такого психологического давления многие пожилые люди не выдержали и квитанции оплатили. Но вместе с этим уже сами пошли в суд. Мы пришли сначала туда, в «Энергосбыт Плюс», в 203-й кабинет. Я прошу, сама просила, дайте показания счетчика с 1 января 2016 года по 1 января 2017 года. Они сказали, у нас нет показаний счетчика, дают управляющие компании нам. Мы пошли в управляющую компанию. Нам сказали, а какой управляющий, какие у нас показания счетчика, когда у нас на учете не стоит. У жителей дома, равно как и управляющей компании, отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие установку данного прибора в 2013 году, прохождение поверки ежегодной. Эту информацию подтверждает и юрист управкомпании. 41-й дом на Мира они взяли в управление в 2014 году, а документы на теплосчетчик увидели только спустя 3 года. Никаких документов на прибор учета в этот момент в жилремстрой ни от жилищника, ни от собственников не поступало. То есть для нас этого прибора как бы ни документации, ни показаний, ничего не имелось. Однако представитель «Энергосбыт Плюс» настаивает. Документы на прибор учета есть, он был рабочий, и показания с него регулярно снимали специалисты тепловой инспекции. Прибор учета в данном доме был установлен, был признан коммерческим, работоспособным. Показания прибора учета снимались тепловой инспекции и применялись при расчетах за отопление. Поэтому в соответствии с действующим законодательством корректировка платы производится один раз в год, и в соответствии с этим она была признана, выставлена жителям квитанции. Парадокс еще и в том, что 13-е квитанции получили только собственники квартир, кто платил по нормативу. А вот владельцы офисных помещений в доме, как оказалось, за тепло платили по тому самому счетчику. Как такое возможно? При том, что прибор учета один, общий на всех. Эту загадку «Энергосбыт» объяснил. Для нежилых помещений норматива не существует. И заявил, что к ответу нужно призвать другую компанию – Владимирские коммунальные системы. ВКСникам уже готовится повестка на следующее судебное заседание. Валентина Мартынова, Егор Хрыбко, Шестой канал.
И кто после этого захочет платить ресурсникам напрямую? А ведь теперь у нас есть такое право. В жилищном законодательстве произошли изменения. Теперь за электричество, воду, отопление жильцы многоквартирных домов могут рассчитываться сразу с ресурсоснабжающими организациями в обход управкомпаний и ТСЖ. Для 33-го региона подобные прямые договоры не в новинку. Мы платим ресурсникам напрямую за газ, а многие и за потребленную электроэнергию. Для кого выгодно перенаправление потока коммунальных платежей? Узнаете далее. На встречу с областным руководством ЖКХ собралось более сотни представителей управкомпании ТСЖ. Повод – коммунальные платежи от собственников квартир. Теперь по новому законодательству за воду и тепло люди могут платить сразу ресурснику. Управкомпании ТСЖ и ЖСК будут лишь следить за состоянием внутридомовых инженерных сетей. Но заставлять людей разрывать договоры с посредниками никто не будет. Если переходить на прямые договора, все знают, что должно быть или лишение собственника, общее собрание, или если управляющая компания не рассчитывается своевременно за потребленный ресурс, то по инициативе ресурсоснабжающей организации возможен также переход на прямые договора. То есть любая ресурсоснабжающая организация, которая задолжала управляшка, может сама заключать напрямую договоры с жителями за 30 дней, предупредив всех официальным уведомлением. Кому же выгодна такая коммунальная перестановка? В плюсе будут все, заверяют в жилинспекции. И коммунальных должников, возможно, станет меньше. Потери от недобросовестных организаций, которые могут саккумулировать средства за коммунальные ресурсы, а потом успешно обанкротиться, эти денежные средства не передать. Поэтому прямые договорные отношения, они в этом смысле более выгодны. И для ресурсоснабжающих организаций, Лидия Филипповна об этом говорила, и для управляющих организаций, в том числе это СН, ТСЖ, ЖСК. Вы по счетчику, по счетовому прибору учета оплачиваете 100% коммунального ресурса. При этом жители платят не все. И получается, что вы деньгами жителей добросовестных оплачиваете долги недобросовестных плательщиков. С ресурсоснабжающей организацией жители смогут заключить единый бессрочный договор на оказание услуг. А все управкомпании, которые, несмотря на аннулирование договора с жильцами, продолжат выставлять им счета, по словам Шахрая, ждут штрафные санкции. И возвращать деньги людям придется в двойном размере. В департаменте цен и тарифов пообещали, что с переходом на прямые договоры повышать цены на коммуналку не планируется. Но председатели ТСЖ сегодня волновал и другой вопрос – прозрачность коммунальных расчетов. Ресурсоснабжающие организации заставляют людей платить больше, чем нужно. На таком обмане их поймала председатель одного из ТСЖ, после чего ресурснику пришлось отдать более 50 тысяч рублей. Очень трудно от ресурсников получить данные именно по горячей воде, по счетчикам, то, что им собственники сдали. Где-то они завышают эти показания, потому что ресурсники играют этими цифрами. Но ресурсоснабжающие организации уверяют, что им самим невыгодно мухлевать. А если и были недочеты, то по вине ошибочных сведений управкомпаний. Мы начали эту работу вести со всеми управляющими компаниями, когда мы работаем на территории области. Мы вынуждены припасти в суда. В судах мы вынуждены доказать правильность своего и корректность расчета. Поэтому мы заинтересованы, чтобы цифры, которые мы выставляем, были правильные и корректные. Повышать качество услуг ЖКХ в регионе намерены ужесточением мер за халатное отношение к жалобам жильцов. Теперь среагировать на заявку о случившейся, например, протечке батареи, коммунальные работники должны будут в течение 30 минут. Более того, в квартиру к жителям сантехники и слесари по новым правилам должны будут заходить в бахилах и с бейджиком. Валерия Саенко, Татьяна Данилова, Александр Мажаров. 6 канал. Испортили еще недостроенную баню, а вместе с ней и приусадебный участок. Дачницы из села Заречье Собинского района в шоке от действий поселковых властей и руководителей госучреждения «Владупрдор». Совместными усилиями они проложили в населенном пункте водопропускную трубу. Ее часть оказалась в огороде женщины. Теперь из-за постоянной сырости часть земли собственницы превратилась в грязевое месиво. Поплыло и жилое строение. Подробности далее. Я не знаю. Сначала упадет забор, а потом столбы освещения. Валентина Махрова предполагает, что произойдут обрушения уже совсем скоро. Всему виной вот эта труба. Проложили ее несколько лет назад. Находится она прямо на участке собственницы. Соответственно, вся вода течет женщине в огород.
Для меня было это ужас. То есть я когда приехала, увидела эту трубу, то есть и разрытые собственные земли, это было ужасно для меня, конечно. Труба проложена без проекта, без какой-то геодезии, без всяких результатов замера земли, то есть никаких не было ничего сделано. Из-за этого приусадебный участок размыло, часть территории превратилась в жижу. Но это еще цветочки. Ягодки в бане. Точнее, под ней. Он, во-первых, размыл. Осторожно. Лестница плавает. Женщина подала исковое заявление. Вот только из 200 тысяч заявленного ущерба суд обязал Владтупордор выплатить всего 6 за уничтожение зеленых насаждений на приусадебном участке. Помимо этого, служители Фемиды постановили демонтировать трубу. Но не всю, а только часть, которая заходит на участок собственницы. С участка-то мы ее обрежем у вас, а дальше выведем ее все равно в прогон. То есть, когда мы выведем ее в прогон, мы увидим ту же самую ситуацию. То есть, мне без разницы, что она сейчас лежит на моем участке, что она будет лежать как в прогоне. Без разницы. Прогоном Валентина называет тропинку, примыкающую к забору. То есть, если пустить трубу на 20 сантиметров правее, ситуация не изменится, говорит женщина. Участок и баню так и будет подмывать. Заказчик работ по прокладке трубы – государственное бюджетное учреждение Владтупордор. Его начальнику явно неприятно говорить на эту тему. Беседовал он с нами исключительно на повышенных тонах. По словам Михаила Климова, трубу демонтируют. Причем не только на участке собственника, а полностью. А в огороде она оказалась, как теперь говорит Владтупордор, по ошибке. Вообще разберем ее и не будет трубы никакой. Ну да, мне в свое время оформили неправильно маленько документ. Вам-то зачем понимать? А мы потому что телевидение, и мы хотим осветить эту проблему, которая очень сильно беспокоит собственников села Заречье. Никто вам давать интервью не будет по этому поводу. Будут проектировщики работать, там надо работу провести определенную. А вот были ли проектировщики в 2016 году, когда трубу прокладывали? На этот вопрос Михаил Климов не ответил. Зато пояснил, что гражданка Махрова только и знает, что жаловаться. Вот так начальник государственной бюджетной организации реагирует на вполне обоснованные претензии населения. Так почему же трубу проложили только до середины поселка? Почему не увели к реке? Тогда бы и проблем не было. С этим вопросом идем к местным властям. Но застать на месте главу поселковой администрации не удалось. А по телефону Игорь Голубев дал понять, финансовый вопрос муниципального образования важнее отдельно взятой собственницы. Если там жило там человек 20, тогда можно было делать. А там просто вот периодически там, ну, ходит там немного народу, ну и все, и как бы вся эта ситуация. Вы сами прекрасно понимаете, что есть какие-то определенные моменты, что, значит, целесообразности, вплоть до того, что наличие финансовых средств в бюджете. Затратное дело для бюджета муниципалитета – проложить еще 200 метров трубы и таким образом увести ее к реке, говорит чиновник. К тому же, по его словам, ситуация не изменилась бы. Участок Валентины Махровой все равно будет затапливать. Расположен он в низине. Из-за этого и все проблемы. А вот общественные ЖКХ-контролеры намекают местным властям, что не надо пенять на малочисленность дачников и рельеф местности. Систему водоотведения надо явно переделывать. По утверждению истцов, все сточные воды, и талые воды, и бытовые отходы, они все стекают на ее земельный участок. Мы рекомендовали обратиться в Роспотребнадзор, либо в Центр гигиены и эпидемиологии с заявлением о проведении пробы почвы на предмет содержания вредных примесей. Результаты анализа будут свидетельствовать о том, принимаются ли достаточные меры администрации по оттоку ливневых и талых вод. Если санитары подтвердят опасения собственницы, то уже надзорные органы должны будут заставить местную администрацию все-таки переделать всю систему водоотведения. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал. А теперь коротко о других новостях. Страшная авария на М7, печально известная трасса смерти, унесла сразу две жизни. 20-летний владимирец на Ford Focus вылетел на встречку и протаранил большегруз Scania. Удар был такой силы, что фуру отбросило на попутный грузовик Fredliner. В результате этой аварии погибли 20-летний водитель Форда и его 42-летняя пассажирка. Еще один пассажир легковушки был госпитализирован с тяжелыми травмами. Сотрудниками госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства происшествия.
пошли на зверское убийство из-за желания выпить. В тяжком преступлении обвиняются два жителя Александрова. Как установило следствие, 26-летний молодой человек и 24-летняя девушка в канун Радоницы приехали на кладбище прибраться у могил родственников. Они уже были пьяные, но решили найти себе еще спиртного. На окраине кладбища парочка увидела дом. Пока взламывали замок, на шум вышел 57-летний хозяин жилища. Началась перепалка. В итоге хозяина дома избили и зарезали. Убитый отец двоих дочерей скончался на месте. Обвиняемым может грозить до 20 лет тюрьмы или даже пожизненный срок. Забили бездомного до смерти. На такое жестокое преступление пошли четверо подростков из города Кольчугино. Самому младшему из них всего 14, старшему 17 лет. По информации пресс-службы областного суда, они под действием алкоголя напали на 42-летнюю женщину без определенного места жительства. Несчастную сбили до такой степени, что полученные травмы оказались смертельными. Она скончалась. Экзекуторов поймали, и по ходатайству следкома суд даже заключил их под стражу на 2 месяца. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Присвоил себе сиротские деньги. Следком завершил расследование громкого уголовного дела. Бывшего директора Мастерского детского дома Александра Разгильдеева обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, Разгильдеев целых 2 года пользовался своим служебным положением в корыстных целях. Один из благотворительных фондов выделил сиротам детского дома более 200 тысяч рублей. Но экс-директор учреждения, видимо, посчитал, что деньги нужнее ему, чем детям-сиротам, и решил оставить их себе. Благотворителям он отправлял фиктивные отчеты об использовании выделенных средств якобы на нужды воспитанников. Помимо этого, Разгильдеев дал указание трудоустроить в детский дом мертвую душу и платил ей зарплату. Так бывший директор заработал еще 62 тысячи рублей. В ходе следствия обвиняемый вину признал и деньги вернул, однако от суда его это не спасет. Рискует остаться без газа. К началу апреля задолженность жителей региона за потребленный природный газ достигла уже почти 126 миллионов рублей. С начала года долги выросли почти на треть. В черном списке газовщиков сразу 7 районов. Александровский, Везняковский, Гороховецкий, Ковровский, Муромский, Петушинский и Собинский. Там живут самые злостные неплательщики. Всего рискуют остаться без голубого топлива 4000 должников, предупреждают газовщики. Только с начала этого года почти 400 неплательщиков лишились газа, а с окончанием отопительного сезона отключение от природного топлива примут масштабный характер, обещают в «Газпроме». Так что если вам пришел квиток об оплате газа, лучше заплатите. На это у вас по закону есть всего 20 дней. Их подвиг живет в памяти потомков. До Дня Победы остается 2 с небольшим недели. По традиции в этот праздник тысячи владимирцев будут поздравлять ветеранов и вспоминать тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Как владимирцы готовятся ко Дню Победы и как пройдет традиционная акция памяти «Бессмертный полк» в этом году? Об этом и расскажет Маргарита Махрова. Во время переправы через Дон мой дед был пулей вражеской сражен. Не встретил День Победы дед-герой. Стал для него последним этот бой. Это четверостишее Валерий Волков посвятил своему деду Ивану Григорьеву. Он служил в кавалерии и погиб в марте 44-го в водах реки Дон. Поэтому цветы его родные приносят сюда, к мемориальной плите на Князь-Владимирском кладбище. Иван Григорьевич ушел на фронт в 41-м году, оставив дома 3 детей и жену, которая носила под сердцем еще одного ребенка. О том, как деда провожали на фронт, Валерий узнал из рассказов мамы. По улице Пушкина шли ополченцы, и когда они строем проходили мимо мамы и бабушки. Дедушка с разрешения вышел из строя, купил маме большую-большую помидору и подарил ее. И мама с тех пор больше папы своего не видела. Бабушка все время ждала своего мужа, но не случилось им больше увидеться. В марте 44-го семья получила извещение о том, что Иван Григорьевич пропал без вести. А в мае пришла похоронка. При каких обстоятельствах погиб герой, его родные узнали уже после войны от его друга-однополчанина, который тоже участвовал в переправе. В 44-м году из семьи Григорьевых на фронт ушел и будущий дядя Валерия Волкова, 18-летний Пантелеймон. Фронтовик, который ехал с ним в одном вагоне, говорит: «Парень, порви удостоверение пулеметчика. Иначе ты погибнешь в первом же бою». Дедушка этого не сделал, потому что обычно фашисты обстреливали сначала пулеметные расчеты. Через несколько месяцев Пантелеймон получил серьезное ранение в голову, от которого так и не смог оправиться. Он умер в 55-м году, не дожив до 30-летия. Здравствуй, дядя Паня. Ну, ты племянник к тебе пришел почтить память.
В памяти родных и обо всех героях, защищавших родину ценой своей жизни, Валерий Волков слагает стихи и даже смог издать небольшой сборник. В этом он видит свой долг и связь поколений. А еще вместе с детьми и внуками 9 мая он в четвертый раз пойдет с портретом деда в колонии бессмертного полка. Эту акцию памяти несколько лет назад придумали в городе Томске и поддержали в разных городах России и мира. С каждым годом она объединяет все больше людей. В прошлом году в шествии бессмертного полка во Владимире участвовали 12 тысяч человек. Поэтому в этот раз городская администрация обращается к владимирцам с просьбой. Если есть возможность и вы планируете принять участие в шествии, зайдите, пожалуйста, на сайт администрации города Владимира, владимирcity.ru, и зарегистрируйтесь в качестве участника шествия бессмертного полка. Не получится регистрироваться, это вовсе не обязательно. Нам это нужно просто для того, чтобы решить все организационные вопросы, чтобы всем было удобно, безопасно, и чтобы участники шествия с честью принесли портреты своих героев. По традиции, в День Победы колонны бессмертного полка начнут формировать с 9 утра на Садовой площади у здания областной филармонии. В 10 часов участники начнут движение и прошествуют до площади Победы, где присоединятся к торжественному митингу. Именно так герои войны в одном полку вместе встретят победу. Маргарита Махрова, Валерия Саенко, Илья Фомин и Егор Хрыбко. 6 канал. И в продолжение темы. Сегодня стартовала акция «Георгиевская ленточка». Она ежегодно проходит по всей стране с 24 апреля по 9 мая. Проводят ее активисты Всероссийского движения «Волонтеры Победы». Владимирцам они раздадут 5000 георгиевских ленточек. Как сообщили в Комитете по молодежной политике, раздавать символы Победы волонтеры будут на нескольких остановках общественного транспорта, около высших учебных заведений, а 7, 8 и 9 мая на площади Победы. К слову, в этот раз волонтеры вместе с георгиевской ленточкой будут вручать прохожим памятку с напоминанием о том, что значит этот символ и как его правильно носить. К примеру, неуместно будет смотреться георгиевская ленточка в качестве аксессуара для волос или украшения на автомобиле. По традиции, приобретение ленточек частично финансируется из областного бюджета. Волонтеры Победы получают ленточки из центрального штаба в Москве. Муниципальное образование добровольцы не получают ленточки именно от нас, из средств областного бюджета. Сколько было выделено в этом году? В этом году было выделено порядка 80 тысяч. На закупку и планируется к раздаче более 10 тысяч ленточек. И их будут раздавать добровольцы в муниципалитетах, также со следующей недели начиная. Спели о Владимире хором. В областном центре состоялся гала-концерт музыкального фестиваля, участниками которого стали городские школьники. Творческий конкурс проводится уже в третий год подряд. В этот раз прослушивание проходили около 1000 детей. Обязательным условием было исполнение песен о Владимирском крае. О любви к родному городу спели целым классом. Воспитанники 35-й гимназии на этом конкурсе хоров стали лауреатами. К фестивалю четвероклассники готовились несколько месяцев. На уроках музыки тренировали технику исполнения. По словам их педагога, дети понимают, о чем поют. И своей искренностью подкупают зрителя. У них полетный звук. Вот это не у каждого хора есть, а вот у ребят подбор. И вот детки, вот эта манера, и что я хочу, вот эта легкость, полетность, доброта, вот это понимание, душа. Вот это, наверное, самое важное. Сначала мы были вообще кто куда пел, а теперь мы уже поем хорошо и на высшем уровне. Мне кажется, что в сплоченности коллектива у нас есть несколько ребят, которые очень хорошо изображают эмоции на себе. И вот жюри это зацепляет. Организаторами фестиваля «Пою тебе, родной Владимир» стали городская администрация, а также Институт искусств и художественного образования в ЛГУ. Кстати, именно студенты вуза в этом конкурсе являлись наставниками ребят, а потом оценивали их талант уже в составе жюри. Было очень непросто, потому что мы сами только учимся, боялись ошибиться в чем-то, но постарались и выбрали лучшую школу. По словам устроителей, уникальность фестиваля в том, что наравне с воспитанниками музыкальных школ свои певческие таланты демонстрируют обычные школьники. И, возможно, для некоторых это выступление станет трамплином к их будущей музыкальной карьере. Яркий
Яркий пример – хор мальчиков Эдуарда Маркина. По словам ребят, у них сейчас плотный гастрольный график. Некоторые из них уже состоялись в своей творческой профессии и делятся секретами, как достичь успеха на музыкальном поприще. Можно стараниями. Вот постоянно, то есть как бы слушать руководителей, слушать своих педагогов и стремиться к этому, самое главное. У нас, в принципе, очень много возможностей во Владимире и очень множество коллективов, где можно в дальнейшем продолжать, то есть когда ты вырастешь свою работу. На фестивале прозвучали произведения различных жанров и современных авторов, и классика, и русские народные песни. Юным участникам-вокалистам было от 5 до 17 лет. Ярким впечатлением было и выступление младших хоров. Это те детки, которые только начинают понимать всю красоту хорового пения. И по разным номинациям проводились конкурсные отборы, и поэтому порадовали детки маленькие, которые только-только вот начинали вступать на путь изучения хорового пения. Самая главная наша задача – это укрепить наше творчество, наши позиции в духовно-патриотическом воспитании детей и, конечно, приобщение широких масс к хоровому творчеству, к хоровому искусству. Победителей на фестивале было много. Заслуженные аплодисменты получили около 40 коллективов. Также всем участникам вручили памятные подарки и дипломы от организаторов конкурса. Татьяна Данилова, Александр Мажаров, 6 канал. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Смотрите наши новости и в интернете, в прямом эфире на сайте 6tv.ru. Оставайтесь с нами. До встречи. Берегите себя. В 33-м регионе сегодня вечером прогнозируют малооблачную погоду и без осадков. Столбики термометров покажут плюс 3, плюс 7 градусов по Цельсию. По сведениям метеорологов, завтра в областном центре будет пасмурно, выпадет дождь, температура воздуха до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточного направления со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%.